Обильные осадки, опасные дороги. В понедельник, 22 января, на территории региона зафиксировали 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек. В Тейкове мужчина за рулем отечественного авто не уступил дорогу «Газели». В результате аварии пассажирка легковушки получила травму головы и перелом бедра. В Вичугском районе водитель «ГАЗа» выехал на встречную и столкнулся с «Митсубиси Лансером». Молодой человек за рулем легкового авто получил легкие травмы. Оба водителя трезвы. А это Ивановский район. Таксист не справился с управлением и вылетел в кювет. Пассажиры с различными переломами доставлены в травмпункт. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительнее на заснеженных дорогах. Следует избегать резких перестроений из ряда в ряд, либо других маневров, если вы не убедились в их безопасности. Кроме того, следует соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, особенно внимательными следует быть водителям при приближении к пешеходному переходу. Но одновременно с этим пешеходам тоже нужно быть бдительными, поскольку стоит понимать, что водитель не сможет сразу остановиться, даже если вы находитесь в зоне пешеходного перехода. Поэтому прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь, что автомобиль полностью остановился и вас пропускает.